Сегодня у нас в гостях самые знаменитые, самые легендарные барды. И сейчас я хочу пригласить совершенно очаровательную женщину. Я бы сказала, что это звезда, а может быть, муза бардовской песни, член художественного совета и постоянный член жюри Грушинского фестиваля. Встречайте, Галина Хомчик. Здравствуйте, Галочка. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Приходи, пожалуйста. Здравствуйте. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле ты?